Всем привет, друзья! Это аурикулярия уховидная. Вот попробуй тут выговори без подготовки. Проще назвать этот гриб иудины уши. Народное название происходит от библейской легенды об Иуде Искариоте, который повесился на бузине. Китайцы называют его черное древесное ухо, а японцы древесная медуза. Там даже разводят его специально, потому что гриб ценится на Дальнем Востоке, особенно в китайской кухне. Обязательный ингредиент китайского супа – черный гриб. Блюда из этого гриба в Китае считаются целебными. В китайской медицине он давно известен. Полиозы в составе продукта оказывают иммуностимулирующий эффект на организм, способствуют растворению камней в желчном пузыре и почках. Кроме того, полиозы замедляют всасывание организмом жиров и углеводов, поэтому иудина ухо диетологи рекомендуют вводить в рацион людям с проблемами лишнего веса. Вещества, которые содержатся в аурикулярии, препятствуют образованию тромбов, регулируют количество тромбоцитов в крови. Грибы имеют выраженные противовоспалительные и антибактериальные свойства, а также оказывают противоязвенное и противоопухолевое действие. Их химический состав способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови. Иудина ухо известно также своими свойствами выведения из человеческого организма радиоактивных элементов. Его рекомендуют употреблять для борьбы с последствиями радиоактивного облучения. Ну, тут, конечно, можно почитать результаты всяких исследований при желании и различные статьи по теме, кому интересно. Мне достаточно того, что гриб съедобный. Можно в сыром виде даже есть его, можно сушить. Причем, если залить водой сушеные, то они через несколько минут примут первоначальную форму, ну, как, в принципе, у большинства грибов. Ну, а я, пожалуй, слегка варю и добавлю в какой-нибудь салатик. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр, здоровья, мира и до новых встреч!